Это называется настоящий турецкий завтрак. У них всегда огромное количество всяких различных закусочек. Посмотрите, как клево, как вкусно. Сейчас будет. Завтрак — это просто целый ритуал. Всегда. После таких завтраков потом не можешь не обедать. И иногда даже не ужинать. Очень круто. Ксюша, а ты не обижаешься, что он по имени-отчеству называет? Нет, конечно. По имени-отчеству? Нет, я спокойно, да. Вообще. Я же просто с большим уважением и пиететом просто к Синикину. Не, я же знаю, что он прикалывается. Это понятно. Главное, на проекте была Ксюша, Ксюша, Ксюша. Сейчас началось по имени-отчеству. Я просто, куда ты находился, говорит, не читай, Оля, никаких комментариев. Ну, не читай, моя хорошая. Мы вообще не читаем. Не, мы не ругаем, все хорошо. Какая, слушай, Ксюша, тебе особое, отдельное, большое спасибо. Какая ты молодец, что ты такая милость. Я даже поняла, что тебя это, наверное, немножко забавляет. Что именно, дорогая? Ну, ты имя отчество, когда он обращается. Нет, я спокойна вообще. Но я знаю, что он прикалывается. Ей не нравится, когда ее мама называет, это да. Зачем? Да просто мы развлекаемся, перестань. У тебя одна мамуля самая лучшая. А,